Доброе утро всем. Сегодня 8-й день моего полного сухого воздержания от пищи и от воды. А за 8 дней потеряно 14 килограмм. Было достаточно тяжело временами, но в то же время и невероятно легко внутри. Такого состояния я уже не испытывал давно. Ну вот, друзья, это море, это солнце. Неделя, более недели пройдена без воды. Вот эти два стеклянных сосуда. В одном из них живительная влага, которую я сейчас с удовольствием выпью. И Господь Бог, который за всем этим наблюдает. В добрый путь! Thank you.